Всем привет! Сегодня мы шли, искали наш отчал, и мне пришла такая мысль, что все происходит всегда как нужно. Ну, типа, я, конечно, всегда знала, но почему-то пришло такое озарение и пришел такой позыв снять об этом видео и рассказать вам, что все, что бы ни происходило в жизни, оно всегда происходит зачем-то и для чего-то, и значит так надо. Мы сегодня хотели поехать на Принцева острова, купили билеты, загрузились в лодку, ну, катер, что это, корабль. И через, не знаю, сколько мы там посидели, 10, ну, минут 5, да, на корабле посидели, и нам говорят, что больше сегодня корабли не поедут, потому что начался шторм. И мы такие, типа, прикольно, наши планы обломались на сегодня, а мы вот хотели очень побывать на этих островах. Я вчера целый день пыталась понять, откуда мне ехать, ну, нам ехать, как нам ехать, что делать, смотрела видео, и так и мы сегодня никуда не едем. И, не знаю, как-то нет такого ощущения, что, блин, все, тупец. А некоторые люди, когда у них что-то срывается, или когда что-то идет не по их, или когда вселенная выбирает для них какой-то более другой вариант исхода событий, они агрессивны на этом. На самом деле все происходит так, как должно быть. Даже какие-то плохие вещи потом мы осознаем, что они произошли зачем-то. И до чего-то они произошли. Какие-то такие вещи ужасные, отвратительные. И все для чего-то, и все во благо. На этом было все. Я ваша Лена Никонова, или Лена Мистар. Подписывайтесь, ставьте лайки, и до нового видео. Всем пока-пока.